Мы пришли в Байнер, в торговом центре Аказия, который в районе Ускюдар находится. Здесь он гигантского размера. Здесь такое разнообразие брендов интересное. Мы были в Байнере, который находится в Дживахире, в Шишле. Там он тоже не маленький, но там нет таких брендов, как здесь. Например, ГЭС, целая стойка. Вот это все он. Сейчас нет распродажи, поэтому ценник не совсем низкий. Армани. Для примера, сколько он стоит здесь? 1900. А, это ГЭС, 1900. А Армани вот. Например, джинсы. Сейчас мы. Я не успеваю. Такая вот футболка. Покажи. Вот, за 2 800, 2-3 без скидки. Потом Карл Лагерфельд. Вот классная кофта. Это дорогой бренд. Здесь он тоже дешево не стоит. Так. 4000 и 4200 две цены. Одна по карте, другая без нее. Футболочки. Сколько футболочек будет стоить? 100% катон. Две без карты, 1999 по карте. Так, а сколько джинсы у Карла стоит? Три 800 или 4 без карты. Это, кстати, тоже Армани. Такая непромокаемая резина. Вот, кстати, Кельвин Кляйн. Тоже он достаточно большим стендом представлен. Вот. 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 Куртки, пара курток, толстовки, джинсы. Футболки, что. А это уже Томми. Вот Томми Хилфингер. Это тоже стенд Кельвин Кляйн. Это тоже Кельвин Кляйн. И вот целый стенд еще. Кстати, искусственные шубки сейчас в моде. Их делают практически все бренды.
от Calvin Klein 3500 оно будет стоить с карты скидочной. Скидочную с карты можно прямо на месте завести до покупки. Спортивные костюмы. Так. А это Томми. Тоже большой стенд. Так что если хочется помимо Nike, Reebok и же с ними еще и бренды типа Calvin Klein, Tommy, даже Karl Lagerfeld с Armani, то в Бонере в Аказии достаточно большие стенды. Интересная одежда, мужская и женская. Вот мне понравилась вот эта куртка. Она двухсторонняя. Вот это вот одна сторона, пуховик. А это вот другая. Вот она другой стороной висит. Это классная куртка. Стоит она 4300 без карты и 3900 с картой. А еще мне понравилась вот эта вот штука, тоже она модная очень сейчас. 1800 без карты и 2, вернее наоборот, 2 без карты, 1800 с картой. Такая искусственный, типа пушистик. Так, вот еще бренд Only. Если честно, не знаю, что это за бренд такой. Но тут вот такие куртки, шубки искусственные. US Polo оно есть во всех бойнерах. Ну, тут огромный прям отдел US Polo. Для любителей United Colors of Benetton. Тут тоже он представлен, и он далеко не во всех бойнерах тоже есть. И тут много разных спортивных костюмов, как сейчас модно, женских. Они хлопковые, но они, конечно, попроще, чем в Calvin Klein и Tommy. Цена на них, вот, например, мужские штаны 549,99, а вот, например, женский костюм 700, ну, 8-800, считай, по карте. Это кофта, а штаны 700. Дорогие относительно. Aeropa Style 550. Производство Турции. Не знаю такого бренда. Тоненькое хлопковое платье. Такие кофты, как в ГЭС, знаете, как, не знаю, как спандекс, что ли. Такие искусственные. Только там они стоят совсем дорого, а здесь вот 1500. Я не знаю, что это за бренд. Вот тоже костюмами они идут. Здесь штаны вот столько стоят. О, есть еще вот такие. Вельветовые. 900. И куртка 820. Сейчас, кстати, модно тоже вельвет. Повсюду висит вельвет, и все носят вельвет. Это, кстати, симпатичный костюмчик. Мне кажется, будет прикольно смотреться на ходышках. Есть рубашка еще. 659.
Тут вот еще, кстати, в этом Бойнере косметика. Клоранс, Ланком, Estée Lauder, Tom Ford. А, там, кстати, еще Эпикьюл Твист висит. Ну, там совсем маленький стенд. Так что можно и одежду закупить, и косметику. Скидки, вон там 30% указаны. Вот обувь Армани. Домочина. Ого, стоит 5300, но они кожаные полностью. А вот вот такие вот модные на Skymate 5600. Прикольные, кстати, тяжелые такие. А вот типа осенний вариант 6, тоже Versace. А это была Armani, а это Versace. Так, а это вот эта вот фирма цветастая, которая сумки делает. В России она раньше была. Кстати, она не очень дорогая. 2820. А это ГЭС. Цены нет. Вот она, кстати, еще. Вот прикольные носками такие, без шнурков. Вот тоже интересная, кстати, модель. Сумочки от них. Это, кстати, рюкзачок. Как правильно читается, кстати, этот бренд? Декны, произведено во Вьетнаме. Сумки от Versace тоже. Даже страшно смотреть, сколько они стоят. Вдруг, например, как кроссовки. Не знаю этого бренда. Три семьсот. Красивая сумочка. Шесть тысяч. Вот Карл. Четыре девятьсот. Рюкзак. Вот сумка большая, например. Пять шестьсот.
Вот такие вот сумочки. Я не любитель сумок, но я думаю, любители сумок будут в восторге. У них реально прикольные сумки. Love Machine тоже. Конверсы, кстати, тут в ассортименте. Ух ты, вот эти вот прикольные. Тяжелые такие. 2,50 стоят в карте. Это Кампьер. Здесь, кстати, куча детского еще. Детский отдел достаточно широкий. Это, кстати, Скетчерс, зимние галоши. Сколько они стоят? 1600 лир. Легкие такие. И вот еще. Вот там, кстати, везде мех полностью. Он, конечно, искусственный. Но для Стамбула больше и не нужно. Это Харли Дэвидсон. Вот тут меховые стельки, кстати, есть. Вау, какие прикольные. Недорого стоят, вообще крутые. Тут разные стельки есть, кстати. Для тех, у кого плоскостопие. Блин, это круто. И такие есть. А вот пример. Стельки с памятью. Блин, прикольно. Сумки также Валентина, Гэс. Там, кстати, еще обувь от Томми. Селька не Михала. Детский отдел. Он огромный здесь. Это, вот, ну, это стандартный набор уже пошел бойнеровских брендов. National Geographic. Timberland, он тоже есть в каждом бойнере. Jack and Jones. Шапок как понавезли. Скетчерс.
Adidas. Две 939 по карте. Reebok, Puma, Under Armour, Salomon, Nike. Здесь эти бренды абсолютно в каждом бэннере представлены. Reebok, Mavi, Levi's. Zeynep, senin asistanın burada mı? Wrangler. Бред еще, калифорнийский бренд еще Dockers представлен. И произведен даже в Калифорнии в одежде. Мы посмотрели. Сейчас покажу. Так. Вот эти спортики прикольные, кстати. Мужские. Тут резинка не затягивающаяся, она свободная. Стоят они... Тут легкий совсем начес, но они очень толстые. Вот на черных можно посмотреть. 900 лир всего. Они прям толстые, хлопковые. Классные. Это мужской Aeropostale. Это вот все, вот этот детский отдел. Это фабрика какой-то местный бренд. Я не знаю, что. А вон, кстати, Пьер Кардин еще есть. Мужской. Мужские сумки Томми. $1,349. Вот такая вот сумочка маленькая. Мужской Карл. Можно глянуть, кстати. Это Валентина. 6200. А вот Карл. 6. А вот эти прикольные. Нет цены. А не вот они. Вот эти крутые. Цены нет. Единственное, что здесь не представлено в этом бойнере, который в Аказии, здесь нет New Balance совсем. Вот есть Уги мужские. 5000 такими ботиночками. О, есть вот такие.
прикольные. А это что? Фильм какой-то. Кто знает эту фирму? Что это вообще за фирма? Стоит она 2400. О, прикольная сумка. Только это фабрика, это не очень, как по мне, не очень бренд. Шикарный, но цена дешевая. Ну что, вам все мало? 85 маленький. Это вот на пахлаве. Не только, я на кебабе. Да, ты на кебабе. Восемьдесят пять сантиметров. Двусторонний лучше. А, двусторонний он? Ничего себе, прикольно. Тысяча лет. Еще восемь. Мне вот это нравится больше. Мне вот это, ну, это больше функциональное, что здесь можно ключи сразу там положить, там салфетки, знаешь. А здесь все в одном, здесь это не закрывается. А, ну да. Оно еще, кстати, может потом утопыриться вот так просто. Ну, или не стишиваться. Ну, в плане функциональности вот это вот, конечно. Как-то она не маленькая. Они, кстати, недорогие. 1700, вот это вообще дешево. 1300, по-моему. 1350, да? О, кстати, женские уги. Вы что, уже все? Смотри, Ма, какие уги. Прикольные, да? О, какие красивые. О, смотри, тут есть даже защищенные. Вот это кайф. Вот такие. Это, может быть, я и померяю. Вот такие бы я даже сама носила. Смотри, вот есть даже такие. Вот такие. Классные. Сколько они стоят? 5000. 5000? Это женские, там, мужские там. Мужской вообще фигня, я такую кофту хорошую нашел. Мне говорят, это женская, иди в мужской отдел. Да? Я пошел в мужской, а там нет ничего. Блин, вот эти вот такие крутые уги, я таких никогда не видела. Защищенные. Да? Ну, ровно 5000. Классные. Вот эти тоже прикольные. Вообще кайф. Тут еще и очки. В общем, советуем Боннер в торговом центре Аказия, который в Скюдаре. Приложим. А это что ты? Это ты себе выбрал? Да, это я отложил. Вот эту вот очень хочу. Вот эту? Бороду завязывать? Да. Здесь вот три штучки. Только я цену не нашел, не знаю. Будет дороже, стань не возьму. Вот на многих почему-то брендовых вещах отрезанные ценники. Скрывают что-то. Ну, там очень же подозрительно. Мы же там смотрели много. Как тебе этот Боннер в торговом центре Акасия? Боннер здесь шикарный, большой Боннер, хороший. Бренды интересно представлены. Интересные, да. Но... Ну, женского больше, чем мужского. Здесь больше премиум брендов представлено, ну, да. А casual брендов меньше представлено. А так этот? Если вам надо casual, то вам надо в Дживахи. Угу. А если более
премиум бренда, то сюда. В общем, приложим описание. Приложим. Адрес в описании. Да, прямо в точку приложим. Будьте внимательны, она будет там внизу. Рекомендуем сюда приехать. Да, вообще хороший центр, сам по себе такой. Приезжайте. Прощайся. Пока.